Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня с вами начинаем покраску собранных деталей. Первое, что мы будем покрашивать, это будет наша башня. Основной цвет вот такой. Будет также использоваться еще несколько цветов. Будем также использовать белую краску для прокрашивания внутренней части фонарей, так как они, в принципе, рекомендуют по схеме. Также к нашему цвету подойдут вот этот вот цвет, который мы уже рассматривали для прокрашивания более выделенных деталек. Еще я буду использовать темный цвет, темно-серый вот такой. Также для декора и прокрашивания более мелких деталей. Ну, краску нужно, естественно, очень хорошо взболтать. Она, в принципе, такой консистенции не сильно густой. Вот она вот такая вот, как очень густая сметана. Будем начинать покраску, посмотрим, что из этого получится. Так, первый слой основного цвета нанесен. Надо дать ему высохнуть полностью. Достаточно хорошо лег. Цвет получается матовый, сверху потом будем наносить глянцевый спрей, лак. Так что на данный момент грунтовка первая с цвета нанесена. Оставшиеся части будут других цветов. Дадим его полностью высохнуть, нанесем второй слой и посмотрим, что получится. Ну вот, друзья, мы с вами закончили прокраску основного цвета на второй раз. Использован был цвет более темный для определенных деталей. Цвет, как я говорила, белый цвет для передних фонарей. Крюки в темный цвет, дуги в темный цвет. Вот таким вот образом. Надо, конечно, давать полностью высохнуть. Будем надеяться, что краска еще растянется. Вложилась очень хорошо краска. Посмотрим, когда будет все высыхать и в каком виде это будет. Спасибо вам за внимание сегодня. Будем прощаться. Хорошего дня вам. Всем до свидания. Была рада встрече. Спасибо.